Здравствуйте, уважаемые участники, здравствуйте, уважаемые эксперты. Друзья, поднимите руку, у кого есть свой стартап. Отлично. Теперь поднимите руку, у кого нет финансирования и кто ищет инвестора на свой стартап. Замечательно. Есть запрос, есть проблема, есть решение. Социальная сеть для стартап-проектов. Это социальная сеть, в которой можно выложить любую информацию о своем стартапе, будь то идея, либо уже готовый продукт. Можно обсуждать это с другими участниками, а также привлечь инвесторов, показать свой проект другим людям. Стек технологий следующий. Бэкэнд написан на JavaScript, фронтенд, кроссплатформа, Flutter для того, чтобы сэкономить средства и чтобы сразу можно и на iOS, и на Android устанавливать приложение. База данных PostgreSQL и размещение на Яндекс Клауд. Особенность системы является низкий порог входа, по сути, может зарегистрироваться каждый человек. Конкуренты и рынок. По сути, у нас два направления конкурентов. Первое – это стандартные классические социальные сети. Второе – это краудфандинговые платформы. Если брать первых, друзья, поднимите руку, кто ВКонтакте привлек на свой стартап 5 миллионов. Были такие случаи? Вот. Нет. Жаль, но это действительно так. К примеру, у меня, что происходит в ВКонтакте, максимум мне пишут какие-то незнакомые люди, просят денег скинуть, но это явно не стартап, но и я не инвестор. Вот. Также по поводу краудфандинговой платформы. Обычно там не переписываются. Есть инвестор, есть стартап. Все. По поводу рынка мы планируем в следующем году занять 7 миллионов 875 тысяч рублей доля от общего рынка. Клиенты. У нас уже есть клиент, мы подписали договор на 140 тысяч рублей. Это первый человек, который будет размещен как эксперт на платформе. Инвесторы. 1 миллион рублей мы получили от фонда содействия инновациям и 200 тысяч от стороннего эксперта, который является нашим, ну, скажем так, инвестором. Партнеры. Первое. Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Именно там зародилась эта идея, и там она развивается. Второе. Технопарк, IT-парк в городе Казань. Мы являемся резидентами бизнес-инкубатора, и через них участвуем в различных выставках, мероприятиях и продвигаем наш проект. Конечно же, Лига студентов Республики Татарстан – это центр притяжения всей молодежи республики. Именно там наша целевая аудитория для того, чтобы раскачать наш проект. И, конечно же, наши партнеры – это компания InnoPro, которая нам сделала фронт-разработку, Яндекс.Клауд и Рустор, где мы уже прошли модерацию и ждем момента нажать кнопочку «Разместить наш проект». Команда полностью укомплектована, большая часть находится в штате у меня. Также есть партнер и член команды Рафаэл Венедиктов, он сидит в зале. Есть полностью бэк, фронт, технический директор и дизайнер. Запрос. Нам нужно 5,3 миллиона рублей на развитие проекта. Во-первых, это разработка новых фичей. Второе, оплата облачного хранения, потому что если мы сейчас открываем нашу социальную сеть, люди начнут подгружать туда различные документы, и это может выйти, ну, достаточно дорого. Разработка искусственного интеллекта, безопасность, модерация, соответствие всем законодательствам. Сложно это делать вручную, и необходима доработка с точки зрения безопасности приложения. И, конечно же, проведение рекламной кампании. Уважаемые эксперты и участники, большое спасибо за внимание. С вами был Михаил Унтура. Вот мои контакты. Всегда рад общению. Большое спасибо. Михаил, спасибо.